Вот все, смотрите, ребята, вот угол наружный, он идет по длинной стене в окно кухни. Здесь это коридор, вот наружный угол. Немножко короче, чем надо в размер, я вырезала вот этот уголок. Это кнауф уголочек, жесткий. Теперь его монтирую на шлепки, вот так ставлю. И сейчас включу луч, и мы с вами посмотрим, как он встанет у нас. Смотрите внимательно, ребят. Сейчас включаю я рукой кнопку эту. Вот горизонтальный луч. Теперь впереди тут клавиша. Вот поперек. Вот плоскость вдоль вот этой вот. Вот она проходит, ребята. Поперек его. Так, теперь, ребята, она пришла, вот линия идет, вот она, зеленая, видите? И мне надо, чтобы эта зеленая линия была по краю моего вот уголка. Вот сейчас она по краю моего пальца. Так, ребят, вот зеленая, вот она на потолке, потолок вам не видно. Так, снизу надо ее оттопырить. Так. Так. Выдвигаю ее. Так. Вниз давайте. И вверх сейчас будем. Вот, смотрите вверх. Видите, потолок. И вот край моей, вот край моей, моего уголка. Вот он. Так, надо замазывать, ребята. Так. Угол не должен быть пустой. Но сейчас я его прихвачу хотя бы, чтобы он прихватился у меня раствором.
Так, сейчас, ребята, вниз пойдем. Мне надо навести сейчас раствор. Сейчас я, ребят, наведу и вас включу еще разок. Мало навела я раствора. Вот я внизу. Сейчас я наведу сюда раствор. Вот, и мы с вами получше тут заделаем. И потом контрольно еще проверим. Все, пока, до встречи.